Привет всем! Сегодня я на ужин готовлю плов. Значит, разогрели сковородку, берем масло, на разогретую сковородку выливаем масло и отправляем туда лук. Лук я перебила на блендере. Сначала обжариваем лук до золотистого цвета. Итак, берем две луковицы и взбиваем блендером, так как в моей семье не едят лук кубиками. Вы можете порезать кубиками, как на зажарку. Итак, лук наш, видите, уже начал стрелять, поменял чуть-чуть цвет. И отправляем сюда морковку. Три штуки морковки, средние тут. Я думаю, грамм 300-400. И тоже хорошенечко жарим. Я уже вижу, что мало масла. Добавляю масло сюда. И пускай обжаривается у нас теперь зажарка. А мы переходим к мясу. Так, взяли две филешки и нарезаем. Так, обжарили слегка курицу нашу. И теперь мы это все отправляем в морковки. Слегка обжарили до золотистой корочки. Вообще еле-еле. И теперь это у нас все вместе пока стоит. Мы идем промывать рис. Итак, зажарка минут 15 у нас жарилось до такого состояния красивого. Отправили туда мяско, еще оно постояло где-то минут 10. Мы промыли рис, теперь мы его сюда отправляем. 2 стакана. Распределяем рис. Может, можно было бы больше риса, но попробуем на 2 стакана, не знаю. И надрезали чеснок, очистили хорошенько, надрезали немножко, чтобы для аромата. И вставляем вовнутрь. Теперь берем воду и заливаем. Я это делаю всегда 1 к 2. 2 стакана риса, соответственно, нам нужно 4 стакана, у меня вот, вот такие чашечки, 4 чашечки воды. Итак, залили водой, делаем на пятерочку. Теперь что мы делаем? Уже видите, кипит. Залили мы это все холодной водой, значит, солим по вкусу. Я обязательно добавляю куркуму для цвета. Плюс она полезна очень. Так, и перец. Перец тоже по вкусу, смотрите. И все это дело мы накрываем крышкой. И стоит не на большом огне. Готовится, пока не выкипит вся вода. Итак, наш ужин готов. Всех зову к столу.
Всем приятного аппетита. Ну и, конечно же, лайк не за старание.